Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Друзья, всем привет! Вы на канале Петрович на охоте не только. И мы отправляемся с вами на открытие охоты на голубя. К Александру в гости. Думаю, будет интересно. Я уже не первый год открываюсь у него. Так что смотрите. Не забываем подписаться. Написать комментарий. Все, поехали. Не? Не упал? Давай, пошумели. Теперь переставляем. О, поднялось там. Бля, там ничего, один патрон только был. А я что, мимо так стрельнул, да? Давай ко мне. Блядь, у меня только один патрон был. Окей? Ко мне. А, есть. Его колбасит, блядь, как это. Отдохни давай. Вперед! Подай! Упал, смотри, да? Давай, Сань. Упал. На, патрон. Девятку-то на? А? Девятку на. Ты два раза стрелял? Вот Сань спереди. Сядь. Ну вон еще летят. Ко мне! Не нашла на его. Сань, голубь залетал. Вон еще летят. Интересно, упадут, нет? Падают. Я тому тоже добавился. Да ладно тебе рассказывай. Да, добавлял. Этого снял. И тому добавлял. Не матерись ты. Чё ты материшься? Я же снимаю. Разворачивается. Майка-пылесос. Видишь? Я как по кость закурю, блядь. Летит, летит, летит. А он один. Всё. Я стрельну. Молодец, Майк. Молодец, молодец. Неси давай. Вот. Надо было затем сходить. Матку. Блядь, Петрович, ну подожди ты, блядь. Бей. Я левого. Я левого взял.
Только пуха. Не, не, смотри. Что-то его колбасит. Колбасит. Майка, молодец, давай, неси. Вот это охота началась, да? Хватит стрелять по два раза. Да? Один раз стреляй. Поехали два раза? Да. Где патроны? Сзади. Один вижу, второй где. За ним шел. А, вот они, два оба. Пусть. Так, мой правый, твой левый. Ага. Бля, ты что, я попасть-то не могу? Ёбкою мать. А, нет, не пойдет. Не. Тихо, сядь. Сейчас я его добью. Ай, блядь, добью. Патрон-то не зашел. Что ж ты все мой тершинник-то такой? Я забыл. О, видишь? Вот они уже. Спереди падает. Заворачивают. Слышишь, к нам идут. Идут. Вот справа. Сколько штук? 10. Если они сейчас опять в ту низину пойдут, блин. Мухиной. Вот они, три штучки. Давай. О, стадо какое летит, Сай. Готовься. О, штук 50, наверное. Справа. Один упал. Упал? Ага. Спереди. Вот все полисидит. У этого лапа висит. Один же садился. Ну, он садился, он взлетел, по-моему. Да и надо было стрелять. Они все теперь опять низину туда вон сели. Надо было отстреляться по нему. Молодые. Брюхо-то синий. Спереди. Можно было стрелять, бля. Вот этих. Они же все равно пройдут. Давай. Нас пролетели и все туда пошли. Слышь? Молодец, давай, мастер. Кстати, нельзя будет пропускать, нахуй. Видишь? Не вижу. Вижу. Падает. Один падает. Падает. Ёп.
Поднялись те? Нифига не поднялись. Им уже найти выстрелы как-то, знаешь. Все равно, видимо. Вон, смотри. Ай, давай ко мне. Дай. Ты один раз стрелял? Один раз. Вон еще два штуки летят. Четыре. Вот эти отлетятся из этой катки. А вот были. А вон были. Трое. А я одного видел только. Давай ко мне. Хоть тебе поднялись чуть-чуть. Пошевелились. Давай один патрон. Взял суету, наверное. Ну хоть это. Не просто так, блин. Стрель не просто так, блин. Хоть там голубь поднялся был, полетал. То они уже ожирели там сидеть. Вот они вот. Вот они, вот они. Тихо. Облетели? Слева смотри. Угу. О, падает один. Слева ты. Угу. Не хочет. Пошел на лес. Ухо. А нет, крутит. Падает. Вот это. Эй. Ну я. О, сколько, смотри. Дал тебе стрельнуть, уж не стал это стрелять тоже. Думаю, Санька-то вообще. Сидячий не особо интересно. Ну тут ты хоть видишь, что попал. Ну да. А? Тут ругаешься, что я в твоих голубей стреляю. Вот еще и слева идут. Летят, Санька. Слева. Три. Падают. Ай, дай к тем покажу. Ну, пойдет. Взять. Блять, у меня один патрон только был. Пух полетел. Полетел. Но не упал. Сзади эти поднялись. Значит. Блять, у меня только один патрон. Одним патроном охотишься? Да? Ты сказал, по одному стреляю. Дай мне пальчик. Ты говоришь, сказал. Хорошо, что я сказал. Проматывали ведь? Промазали, говорю. Промазали. Можно было еще подпустить этих-то? Яблоко одно? Нет. Пельменям, наверное, хана пришла там, да? Мухи трахнули.
Прямо пух полетел, бля. А, сука. Не упали. Санька. Бей, Санька. Взял того? А, это сизый, блядь. Это вякарь молодой, какой сизый. Не, вон, сзади прошел. Это нормальный. Пойду заберу. Не лежал. Молодой. С полем. Вот она, Сибирь, 32 грамма, азот. Главное попадать. Вот он наш голубь. Красивая птица. За мной едет Саня. Сейчас мы соберем. Здесь все, скрадок сегодня уберем. Завтра уже, скорее всего, будем сидеть в кукурузе, чтобы скрадок уже не ставить. Покажем, покажу вам результат конечный наш. Вот, за сегодня. Тут еще птица летает. Может, еще что налетит. Но уже вряд ли. Птица еще идет кормиться. Ну вот, собираю профиля, а птица вот она летает. Летает и летает. Но нам хватит на сегодня. Будет еще день завтра. Патронов, правда, осталось немного. Чучела объемники краснодарские и спортпласт. Скорлупки использовали где-то в районе 40 штук. Вот такие дела. Работает. Ну вот такой наш скромный результат сегодня. Как тебе охота? Супер. Было бы лучше, если бы утром был карасик. Ну, вечерка порадует. Все хорошо. Все замечательно. О, там висит еще. То что?
Все, мы закончили нашу охоту на сегодня. До скорых встреч. Не забываем подписаться на канал. Все, всем пока.